Хорошо. Дорогие братья и сестры, продолжаем тему нашу. Сегодня я тоже буду говорить из истории христианства. И также продолжая вчерашнюю тему, и вообще тему этой недели, я снова хочу с вами сегодня нырнуть вглубь истории, поглубже. Мы потому что с вами не затронули еще очень важную такую тему из истории христианства, как именно возникновение, зарождение и распространение, развитие идолопоклонства в христианстве историческом. И мы вскользь так вот как бы коснулись, я немного сказал, что вот была такая проблема, еще в 4 столетии она возникла и постепенно развивалась, но мне хочется дать все-таки некоторые даты и привязки, имена некоторые вспомнить сегодня с вами вместе. И это очень важно. Так вот, об иконах что я вам рассказывал вообще? Так, слушайте. Тогда, значит, по порядочку. Первых 3 столетия, когда церковь была гонима, когда христианство было гонимо религией в Риме, тогда у христиан не было изображений. В общем-то, это было как бы и, значит, известным таким фактом. Даже больше того, христиан поначалу, вот первых 300 лет, чаще всего обвиняли в атеизме. Римские власти наказывали христиан, порой даже там жестоко очень, за атеизм. А критики христианства, допустим, философ Цельсиус был такой в древности, в этот период, он даже называл, и подобные ему философы назвали христиан даже атеистической сектой, которая своей религиозной демагогией как бы прикрывает свой атеизм. А почему атеисты, христиане, виделись римлянам? Потому что у христиан не было изображений, и многое всего из того не было у них, что для римлянина составляло вообще религию как таковую. И, допустим, если обыватель римский спрашивал христианина, вот, а где твой бог, покажи мне его, христианин не мог показать ему изображений никаких, значит, просто-напросто у них не было такого. Были отдельные изображения, Ириней, допустим, Ириней Леонский писал, что, значит, во 2-3 столетии есть еще другие указания интересные на таких карпократиан, называющихся тоже христианами, то есть это отдельная секта. У отдельных сект христианских были изображения, да. Тертуллиан писал, допустим, о карпократианах и о некоем Карпократе, таком философе, который как бы тоже был христианином, как считается, но которые могли иметь или имели изображение Христа. Но с Карпократом, с тем вообще история отдельная, это гностики, христианские гностики. То есть те христиане, которые обособлялись от всех остальных христиан и составляли какие-то небольшие такие секты. Допустим, Карпократ считал, мы знаем это от Иринея, еще Леонского, что Христос, Иисус Христос, это есть лишь не уникальное воплощение Логоса, а одно из многих. Что до Иисуса такими же воплощениями Логоса были, допустим, Аристотель, Сократ, Пифагор. Значит, он считал, значит, этих людей тоже воплощениями Логоса, такими же, как Иисус. А после Иисуса он тоже говорил, что возможны вот эти воплощения. И мы знаем тоже от Иринея, что он самого себя считал воплощением вечного Логоса, последующим, после Иисуса уже. То есть это очень такая странная такая доктрина. И вообще, ну как, он был гностиком, таким христианским гностиком. Вот и их, этих учеников его, называют в учебниках, чаще всего не христианами, конечно же, а вот именно карпократианами называют их. И вот Ириней пишет, что у них, как бы в отличие от всех остальных христиан, у них были изображения Христа. Где, как, мы не знаем. Но это может быть не Иисус даже, а тот же самый Сократ, допустим, бюст его, да, или там Пифагор, там, значит. Потому что для них это было то же самое, что и, значит, ну, Иисус, ну, Христос. Потом, когда церковь вышла из подполья, стала выходить в начале 4 столетия, то писалась, значит, церковная история, так называемая. Евсевий Кесарийский, запишите его, запомните, пожалуйста. Евсевий Кесарийский, архиепископ Кесарии, значит, развалины которой в Иерусалиме показывают туристам и гостям. Архиепископ Евсевий
Евсевий Кесарийский, написал книгу «Церковная история» называется. «Церковная история». Так вот, он в этой книге своей описал историю христианства, начиная от книги «Деяний» и до вот его времени, то есть первых 300 лет, да, писал. И Евсевий собирал информацию. Так вот, Евсевий однозначно писал, что у христиан не было и нет никаких изображений, ни Христа, ни кого-то еще. Ни ангелов, там, ни христиане не делали никаких изображений абсолютно. Больше того, сохранилось письмо, ну вообще переписка Евсевия Кесарийского с императрицей Констанцией. Помните ли, что в то время... История, церковная история. Значит, помните ли, в то время была западно-восточная часть империи. На западе был Константин Великий, значит, а на востоке был Ликиний, такой император. Ликиний. Такой Ликиний был женат на родной сестре Константина, которую звали Констанция. Вот она была на востоке, женой Ликиния. И Констанция писала письма, как императрица писала письма Евсевию. Почему Евсевию? Потому что он был как бы, ну, знатоком истории. И она написала письмо одно с просьбой помочь ей найти изображение Христа. Она спросила, вообще были ли когда-нибудь в древности раньше изображения Христа? И есть ли где-то, можно ли где-то найти? А если нет изображений и не было, то, может быть, сохранились какие-то портретные описания, то есть свидетели, очевидцев, как он выглядел, допустим, рост, там, его лицо, значит, там, глаза, значит, там, чтобы по этим рассказам каким-то, может, сохранившимся, чтобы составить, ну, как фоторобо, допустим, да, вот как бы образ Иисуса восстановить для, ну, нее. А почему Констанция написала это все? Потому что в Римской империи, что на востоке, что на западе, уже к тому времени тысячи храмов, церквей таких, зданий было построено церковных, ни в одном из них не было никаких изображений абсолютно. Даже креста, если бы мы с вами оказались бы в то время, мы бы сами не видели даже знака креста в церквях. Это была большая редкость, если, допустим, где-то в здании церковном был знак креста. Вообще в начале 4 столетия большинство христиан считало это знаком позора, да, как бы и унижения земной жизни Иисуса, и как бы не воспринимало знак креста как вот именно что-то такое, ну, как священное, что ли, как святое. Мама Константина, она именно как раз положила начало такому почитанию, как бы, креста. Мама Константина, она даже сделала такую, как бы, вот, экспедицию, церковную, археологическую экспедицию в Израиль, чтобы найти, как бы, настоящий крест Иисуса Христа, там. Но что она нашла, мы точно не знаем даже. Она много что нашла, писала, но... писали об этом, но все ее находки, знаете ли, это была попытка выдать желаемое за действительное, потому что все ее находки на сегодняшний день историки, ну, забраковали, признали их просто-напросто более поздними вещами, допустим, или совершенно не имеющими никакого там основания находки, там, допустим, там Голгофа, да, что нашла она еще? Храм, ну, это храм потом был построен, гроб Господень, да, гроб Иисуса Христа. На самом-то деле, она, ну, и те, кто были с ней, они думали, видимо, что стены Иерусалима были на том же самом месте, на каком они были вот и в те времена. На самом-то деле, когда уже археологи там, в 19 веке, в 20-м тем более столетии, когда раскапывали именно тот слой Иерусалима времен храма, то определили, что стены Иерусалима были в другом месте. И, в общем-то, а Голгофа должна была быть за стенами Иерусалима. То есть, как бы несовпадение получилось. И то же самое, допустим, вот эта знаменитая Вио Долороса, да, с туристом сейчас показывают, допустим. Хотя, да, и там, я помню, нам показала, значит, экскурсовод, значит, такую выемку такую целую. Миллионы рук касались этой стены. Здесь, как бы, по преданию Иисус, как бы, оперся на эту стену, чтобы перевести дыхание, как бы. И вот туда все касаются, чтобы коснуться этого места. Хотя, как бы, нужно сказать, что это здание более позднее. Столетия спустя после уже Иисуса было построено все это. А там мостовая, по которой шел Иисус, она глубже намного. Просто-напросто. Ну, эти камни более поздние, но как бы это мало кого интересует. То же самое, допустим,
Там в одном из храмов показывали. То есть, ну, в Израиле в этом отношении, конечно, значит, просто-напросто кузница всевозможных мифов этих и спекуляций. И фактически, ну, процентов 99 всех христианских святынь в Иерусалиме – это просто-напросто подделки. Значит, и реальных исторических вещей очень ничтожное количество вообще на самом деле. И обычно туда туристы не ходят как раз именно. Это не посещаемые места. А то, что туристы посещают и паломники, это все более поздние подделки, средневековые и прочее, прочее, или вообще неизвестное происхождение. Но не времен храма, конечно, не времен Иисуса. И Елена, она, видимо, особо даже как бы и не старалась копать глубоко, потому что если бы ее рабочие, ну, как бы реально взялись бы за раскопки более глубокие, они бы нашли бы, конечно же, вот мостовую там времен, допустим, второго храма, нашли бы. Но они, видимо, не глубоко даже копали, то есть они сделали все очень поверхностно. Раскопали лишь самые на поверхности лежащие и предположили, что там, допустим, могла быть Голгофа, там могла быть, значит, пещера, гробница, ну и придумали все это. А уже, допустим, в 20-м столетии вот были раскопки, и сегодня предполагают совершенно другие расположения, значит, могло быть, где распятие Иисуса. Вот знаменитый парк Гордона, да, парк Гордона. Показывают, значит, когда британский генерал этот Гордон, его солдаты вели раскопки там, тоже исследовали окрестности Иерусалима и сам Иерусалим. И, в общем-то, пришли к выводу, что, скорее всего, в другом месте совершенно эта гора. И нашли эту гору, похожую на холм такой, похожий на череп, на самом деле. Так вот, ну, со стороны так присмотреться, можно так представить себе череп. И рядом как раз и вот эти пещеры, гробницы. Притом, значит, предполагаю, что, ну, могла быть одна из них, даже показывают, какую примерно богатая гробница, захоронение, где никого не было, как бы, похоронено. Могло быть это пещера захоронения Иисуса, допустим, гробом. Но британцы правильно сделали, будучи протестантами, они правильно сделали. Написали там, его здесь нет, он воскрес. Чтобы не поклоняли, чтобы, знаете ли, не ходили, не целовали, а то, значит, ну, как бы, получается, давайте туда не ходить, давайте сюда ходить теперь поклоняться, вот. Ну, вот, а в храме гроба Господнего, именно вот в православном храме, я, честно говоря, больше расстраивался, чем, как бы, значит, получал такое что-то хорошего, потому что вот это вот невежество, этот, понимаете ли, этот культ поклонения, вот эти вот, этим камням, этим иконам, да и сам факт, что, знаете ли, я потом так стоял там в этом храме, размышлял, думаю, надо же, сколько кровушки было пролито за это место, за этот гроб, да, вот, ну пусть он там, даже если был бы настоящий гроб Иисуса Христа, хорошо, но сколько было всего и слез, и крови пролито, чтобы владеть этим местом, как бы, да, до сих пор бьются, дерутся, значит, порой за это место, там спорят, значит, оно надо, зачем, да мне даром не нужен гроб Иисуса Христа, предложат мне его, значит, и, как бы, и даром, и за деньги не нужно мне его, значит, или, допустим, там какие-то личные вещи Иисуса Христа, там, как бы, для чего они мне, мне нужен сам Иисус, я могу нарядиться в его одежды, спать в его постели, значит, могу, значит, кушать, и что он не доел, там, как, допустим, за каким-то раввином, значит, там, и я могу там, но Иуда был возле Иисуса, но это же помогло им разве? Наверняка он был возле, ну, и везде, и за столом, значит, да, значит, и вот, и где-то в полях где-то ходили, значит, и в городе, значит, и это не спасло его. Многие люди касались Иисуса, да, значит, но не все шестылялись, да, а некоторые, наоборот, даже кто знал его раньше, допустим, и больше времени, говорили, ну, вот братья и сестры, значит, вот его семья, мы знаем его вот с таких пор, он с нами в школу ходил, значит, там, и вот, как бы, значит, знали его с детства, значит, и что он, что-то великий, что-то такое. Но когда верой прикасались, тогда вот исцелялись. Вот, и сегодня по плоти Христа знать это бессмыслица совершенно. Если тогда было бессмысленно, то сегодня еще более бессмысленно. Вот, и, конечно, это, но признак невозрожденного христианства, признак плотского христианства – это поиск Христа по плоти. Это интерес Христом по плоти. Таким киношным, иконным таким Христом. Христом из фильма или из иконы, но не Христом реальным, живым Христом. Да, друзья мои, и, конечно, то, что Елена нашла, это все, значит, была попытка выдать желаемое за действительное, но вот с ее подачи, как бы, как считается, не сразу, но постепенно, вот это почитание креста, там, значит, там, а потом и прочие идолопоклонства, оно пришло. Даже такой праздник осенью был установлен впоследствии, уже спустя столетия некоторые. Праздник назывался
знаете ли как, и называется «Воздвижение креста Господнего». «Воздвижение креста Господнего». Спасибо. Если вопросы есть, пишите, пожалуйста, да. Так вот, и «Воздвижение» – это до сих пор вспоминаемое событие, как бы, когда воздвигали. То есть, воздвигание – это, значит, как бы чествование, почитание, значит, креста. И удивительно, впоследствии родились даже молитвы в средние века. Молитвы Святому Кресту, Животворящему Кресту Господнему. Там «О святый, животворящий кресте Господень». Да, так говорят миллионы православных христиан в молитвословах. То есть как бы обращение к самому Кресту, как к какому-то живому существу, как к личности именно. И там дальше говорится «помогай мне». То есть сам крест, не Христос распятый на кресте, не что-то еще, а сам крест, животворящий, святой крест, что он якобы имеет силу чудотворную. В средние века придумали даже такую легенду, что якобы даже обнаружение креста было связано именно вот с чудотворением, что якобы это не было в ранних этих, как раз именно среди описанных именно тогда же, в 4 столетии, вот, материалах. То есть почему-то современники это не записали чудо, а спустя пару столетий почему-то вдруг вспомнили, что якобы было такое событие, что якобы даже покойника, значит, на него возложили крест, и как бы умерший воскрес от этого. Знаете ли, как? А, Елена убила. Нет, ну я слышал другую версию, более гуманную такую, что был именно покойник в похоронной процессии, и как бы Елена сказала, стоп, значит, будем сейчас проверять, какой крест настоящий, и возлагали все кресты, там три креста, и когда крест Иисуса возложили, покойник раз встал, и вот он живой. Но хотя могло быть по-другому, в Риме, в общем-то, не церемонились с рабами. Значит, это на самом деле относились, это как будто бы я там взял и стакан разбил, допустим, да, по русской традиции, выпил и разбил стакан, значит, как бы, значит, вот то же самое взять и убил раба, допустим. Общественное мнение тебя не осуждало бы абсолютно, это твоя вещь просто-напросто. Жуткие времена были, конечно, не дай Боже. И так вот, и знаете ли, господа, скажу, что вот идолопоклонство, оно вот так с легкой руки получается Елена именно как раз, и вот Константина, потом других некоторых правителей, оно постепенно приходило в жизнь церкви. Так вот, я упомянул уже, да, Констанцию, императрицу, которая была замужем за Ликинием, и на Востоке страсти эти как раз накалялись уже тогда политически. И она, значит, спрашивала Евсевия об изображении Христа. И Евсевий написал ответ этот, письмо это сохранилось до сих пор, значит, можно на сайте Конгресса США, значит, где как раз все материалы отсканированы на слайдах, можно и, значит, сам текст можно прочитать и ознакомиться с самим текстом. Есть в русском переводе, я впервые прочел об этом, значит, у Постного, профессора Постного в истории христианской церкви. Он приводит большую цитату из этого письма вообще. Так вот, в этом письме Евсевий пишет, что у христиан, вот он как христианин, как епископ, как историк, он собирал информацию о всем Востоке христианском, ну и частично о Западе. Так вот, как христианин, как историк, как епископ, он писал, что в христианстве не было и нет никаких изображений Христа. И вообще изображений нет. Кстати, лет за 30 до этого письма в Эльвире, в Испании, был собор, значит, это самое начало 4 столетия, был собор, который собирался несколько подряд, кстати, заседания его были. Люди съезжались с Западной Европы, могли быть там и восточные, но я не уверен. По-моему, это были только западные епископы. Но Эльвирский собор, он как бы так известен очень. Значит, он был еще... Он проходил, когда церковь еще не была государственной религией. То есть это еще до Первого Вселенского собора. Это еще до вот именно такого, как бы, государственной церкви уже. Так вот, в Эльвире, среди прочих вопросов, почему епископы съезжались, на рассуждение о разных вопросах. Об Эльвирском соборе мы знаем, что сохранились его вот тезисы, значит, решения, постановления. Одно из постановлений как раз и обсуждений было как раз о возможности живописных изображений в церквях и вообще живописи. Значит, епископы некоторые предлагали, что сейчас церковь становится свободной более. Допустим, мы уже впоследствии сможем быть и по всей империи строить свои храмы. И вопрос епископа ставили, возможно ли использовать какие-то живописные изображения, какие-то оформления, потому что...
лет за 70 до этого, в историю, опять же, поглубже еще, в третьем столетии, когда при Александре Севере, легко запомнить, в 222 году он начал свое правление, Александр Север, христиане, они имели такой период свободный, то есть как бы была, христианство было при нем в середине второго столетия, третьего столетия, было не гонимой, а терпимой религией. То есть был такой короткий период, не все 300 лет подряд там христиан там сжигали, там бросали ко львам, были периоды свободные, зависело от императора как бы. Вообще в течение трех столетий первых было 10 таких больших широкомасштабных гонений, в перемешку с такими локальными некоторыми гонениями, но и периодами свободы некоторые. И вот Александр Север, он давал свободу христианам. О нем даже историки католические пишут некоторые, что он, вероятно, был тайным христианином сам. По крайней мере, его мама, известно, что она была членом христианской общины. И, в общем-то, в его время, в третьем столетии, даже вот сенатор Аполлоний, допустим, такие известные личности в государстве римском, они становились христианами. И даже в царском дворе были некоторые рабы-христиане, были некоторые сановники-христиане. То есть, как бы, а Север Александр, он даже... прочитал Евангелие, значит, ну, как бы, как считается, первый император Рима, который прочитал Евангелие, послание Павла к римлянам, потому что его это заинтересовало, что христиане и христиан гонят, а они благословляют Рим, не проклинают, а благословляют Рим. Его это заинтересовало, философия христианская, в чем она как бы заключается, почему они не проклинают как бы убийцы, а наоборот благословляют, и почему, значит, молятся за Рим, значит, а не как, допустим, гонимые другие секты, которые проклинают Рим. Значит, и он понял, что из послания, что Иисус это есть вот Спаситель. Но, вероятно, он понял это по-своему, что как бы один из Спасителей, возможно, он понял так. Предполагаю, что он считал, что Иисус это один из богов, там, значит, даже считает, что могло быть сделано его как бы изображение, могло быть Александром Севером. Ну, ладно, это поглубже уже. Так вот, и при Александре Севере христиане пользовались даже некоторыми там льготами. Допустим, в Риме, когда христианская община значит, искала себе землю для строительства здания, они думали где-то на окраине иметь землю и построить свое здание, храм. А вот благодаря благосклонности императора самого, христиане получили в центре города фактически землю себе. И при том, значит, на эту землю претендовали и значит, какая-то религия, и какие-то тогдашние бизнесмены. То есть на эту землю претендовали многие, и была спорная земля. И не могли решить никак вопрос, чья же она будет. А император своим распоряжением, значит, решил, что вот у нас этой религии, допустим, уже есть уже храмы, те бизнесмены имеют какие-то уже свои земли, а у христиан нет еще ничего в Риме. Вот пусть эта земля будет христианская. И там возвели здание христианское первое в Риме, и это был храм христианский. Но опять-таки туда, в эту церковь, в здание церковное, когда люди приходили, римские обыватели, они ничего не видели. То есть все, ну, голые стены, и как бы, ну, это служило поводом для злословия даже в адрес христиан. Церковь-то была не бедная римская, допустим, целевые сборы были пожертвований, сохранились расписки даже, допустим, некоторые, значит, говорящие, что, я могу быть неточным сейчас, был целевой сбор один в римской общине, да, люди готовились к этому сбору денежных пожертвований до 100 тысяч или 70 тысяч сестерций. То есть это огромная сумма. До 100 тысяч, по-моему, сестерций был сбор разовый. Для сравнения, это ну, больше, чем миллион долларов. Вот. Сейчас, допустим, это может быть 1,5 миллиона долларов, допустим. То есть это очень большой сбор. Представьте себе, собрать разово церковью 1 000 000 долларов. Вот это о многом говорит, да? То есть люди могли пожертвовать большие, ну, продавали свои земли, значит, там что-то еще, здания продавали свои, значит, и вкладывали в это все какие-то особые пожертвования. И христиане построили здание, большое здание, но в этом здании не было ничего абсолютно. Они имели деньги, могли позволить себе украсить его каким-то образом особым, но не украшали принципиально. Лишь тексты из Писания они украшали помещение, и все. Так вот, в Испании, в Эльвире, епископы некоторые говорили, что вот, как бы, может быть, есть смысл поучиться из опыта нашего и уже, как бы, здание строить, если будем, то уже с украшениями, чтобы привлечь, как бы, язычников.
Были разные предложения. Допустим, были предложения сделать изображение пейзажа, натюрморты, украшающие стены, как бы, и вот с текстами из Писания. Другие шли дальше и предлагали какие-то аллегорические, символические, допустим, изображения, как считается. Ну, это влияние гностиков было, конечно же. Но Эльвирский собор, подавляющим большинство голосов, значит, постановил никаких изображений не допускать в церквях по-прежнему. Даже были противниками пейзажей натюрмортов, значит, которые могли со временем, объяснить, перерасти, значит, в нездоровое увлечение, значит, живописью. И, в общем-то, именно в самой церкви. И принято было решение никаких изображений не допускать в церквях. Это было в начале 4-го столетия. Вот спустя лет 30 после этого всего, уже период свободы был, уже большой наступил, и уже тысячи храмов по всей империи необъятной строились, ни в одном из них не было никаких изображений. За редким исключением появлялись знаки креста, особенно после уже как бы обнаружения Еленой, значит, именно вот креста Иисуса Христа. Потом... Да, Евсевий, кстати, Кесарийский, он также написал, что если где-то и есть, он писал Констанции, что если и есть где-то изображение Христа, то это изображение не христианские. В русском переводе там написано у постного. А в оригинальном же тексте, я не знаток греческого языка, но моего греческого хватило понять, что там говорится другое слово совсем. Там не стоит не христианское. Так вот, там стоит слово, которое по... значит, словарю я специально проверил, который имеет буквальное значение сатанинское, языческое, враждебное. То есть вот, все переводы конкретно говорят о том, что этот обычай, если есть где-то, если есть изображение Христа, то это обычай не то, что не христианское, а даже сатанинский, значит, языческий, ничего общего не имеющий с христианством. Это было мнение не только в Евсевии, это было мнение всей церкви тогда, православно-католической, можно назвать так, по всей Римской империи. Так, это было в начале 4-го столетия, это были где-то 20-е, даже 30-е уже годы, 30-е годы 4-го столетия. Прошло лет 70 каких-то, и уже ситуация стала меняться кардинально. Из Африки вместе вот с многобожием привозились еще и портреты, изображения. По крайней мере на Кипре, помните, я упоминал, значит, Епифания Кипрского. Епифаний Кипрский, который сказал по поводу Богородицы, по поводу Марии, что ее должны уважать, но никто не должен молиться ей. Так вот, еще есть один эпизод исторический, очень интересный. И опять связан с Епифанием Кипрским. Африканцы, по всей вероятности, они повлияли на, значит, некоторых киприотов этих. На Кипре, в городе Анаблате, там в здании церковном первое сделали изображение Христа. Значит, на завесе. И ну, в самом храме уже, в самой церкви. И Епифаний Кипрский, когда он приехал, он святой в официальной православной церкви, когда он приехал в этот город, посетил эту церковь, то он очень ревностно, конечно, поступил. Он собственноручно на глазах у всей церкви это изображение уничтожил. Это первое упоминаемое именно историческое изображение Христа, и оно было уничтожено православным же святым. Интересно, да? И проповедь его была именно об опасности идолопоклонства, что это есть как раз не слава города Анаблата, а его позор, что, значит, что вы дали повод к идолопоклонству в этом городе. Он очень сильно ругал христиан там, значит, в этом городе, и обличал их в идолопоклонстве. И вот, но опять-таки, по мере того, после этого случая, прошло, вот, опять-таки, лет 40, наверное, как раз после Третьего Вселенского Собора, вместе с многобожием, африканцы, они же заняли места, такие ключевые, в церкви. Большинство епископов греческой церкви, это были уже монахи из Африки, чаще всего чернокожие, которые захватили власть, значит, в церкви византийской, благодаря императорскому такому вот именно решению. Так вот, африканцы привезли с собой многочисленные изображения. Кстати, историки, западные историки, утверждают многие, христианские историки, что часть этих изображений, это были старые, древние изображения даже. Еще Изида, допустим, с сыном Гором на руках, значит, но переделанные как бы под христианские изображения, то есть древние изображения. И
многие исследователи, даже не христиане, пишут, историки, что порой у историков была такая проблема узнать, где же поздние как бы языческие, египетские, древнеегипетские эти изображения, а где ранние христианские, потому что настолько все как бы размыто. В Пушкинском музее в Москве, я тоже это был свидетелем этому всему, значит, вот этой размытости границы, и там был зал, он сейчас есть, зал Древнего Египта, и там Фаюмский портрет выставлялся. Да, а уже сразу после этого зала мы все перешли в другой зал, знаете ли какой, ранней Византии. Ранней Византии, и там древнейшие иконы 5-го столетия, 6-го столетия, ну, 6-го точно были, 5-го еще я сомневаюсь, 6-го столетия, 7-го столетия, так вот, и Фаюмский портрет, это, ну, как бы отголосок культа мертвых, будем так говорить, значит, в оазисе Фаюме археологи, там, историки нашли много таких вот дощечек с изображениями, там, этих предков, значит, и, так вот, и получается, что даже технология та же самая, инкаустика, восковые краски и приемы письма те же самые, как будто бы одна мастерская работала над этими портретами Фаюмским, а потом взяла и переключилась на уже иконопись. Кстати, однажды я был с одним епископом протестантской церкви, значит, был, значит, был в гостях у него, и мы заехали в один ресторан, и там, значит, хозяйка, ну, небольшой такой ресторанчик, и хозяйка, значит, видит, два батюшки зашли, значит, ну, он тоже в такой, как бы, рубашечке, а я в рясе, вот, и она говорит: о, вы можете, вот, я приглашаю, она к себе пригласила, прям, значит, не в зале, в общем, обедали, а вот у нее там, в комнате там, ну, как бы, очень красиво бы там у нее оформлено все, и там коллекция хорошая всего, так вот, и у нее, значит, как раз большой такой толстый альбом дорогой стоял, Фаюмский портрет, а, значит, этот пастор, епископ, он, значит, он не художник, он не знает истории искусств, и он так со стороны посмотрел, говорит: а батюшка, а что это за икона там у нее стоит? Я говорю: это не икона, это древний Египет. Вот мне было интересно, что, значит, что вот для обывателя, да, не знатока, со стороны это просто икона, одна из икон, которая могла вот стоять, допустим. Я не спрашивал эту женщину, директора ресторана, вот, что она думает по поводу этого всего, но вот наблюдение со стороны для меня было очень таким важным моментом. И вот на самом деле иконопись пришла из оккультизма, из египетской мистической вот этой религии, и ничего общего с христианством поначалу она вообще не имела никак. Это было явление, и сейчас является, конечно же, явлением таким чужеродным, пришедшим извне, и я убежден, что пред пришествием Мессии эти явления антихристианские, христианские, должны тоже покинуть церковь. Я убежден, что в последние дни и дух, и невеста должны говорить одно и то же: «Гряди, Господь Иисус». И в этот момент, как шелуха, должна обвалиться, осыпаться вся вот эта наносная система. Да, а еще вот эти антихристианские явления, о которых я рассуждаю сегодня, вот вчера говорил, в эти дни, знаете ли, очень многие антихристианские вещи в христианстве, я сравниваю с ранами в теле ветерана, с этими осколками, которые могут быть, осколки, допустим, от ранений, да, этих, могут быть в теле ветерана там десятилетия, но они так и не рассосутся, они не станут частью его тела. Они чужеродные, да. И вы знаете ли, вот так же в теле Мессии некоторые эти осколки, эти ранения, они уже там 1000 лет, 1500 лет больше, но они так и не рассосались, они так и не прижились. Сколько ни мешай железо и глину, это несмешаемое. Будем так говорить, истина одна, значит, ложь это совершенно другая вещь. И пришло время реформации, отделить зерна от плевел. Слава Иисусу Христу!